Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO TedChain. TedChain в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать наше исследование TedChain сайта компании. Сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Также мы можем увидеть, что уже идет продажа токенов. Мы также видим, что барьер soft cap уже пройден. Мы также видим стоимость за один токен. Ниже нам предоставлен промо-ролик для ознакомления с этим проектом. TedChain – это игры на основе технологии блокчейн и децентрализованной игровой системы. TedChain – это решение блокчейн, которое предназначено для размещения разнообразных игровых приложений. Это сильно зависит от концепции Google Play и App Store. Модель TedChain основана на трех ключевых этапах. Это создание и распространение игр TedChain, также это хостинг игр и децентрализованная платформа игр. Особенностями TedChain является наличие мобильного приложения. Магазины мобильных приложений TedChain будут такими же, как и популярные Android-приложения, где могут люди получать доступ к загрузке игр по своему усмотрению. Также это индивидуальные проекты TedChain. TedChain спроектирован таким образом, что игроки будут иметь частные порталы после входа в блокчейн. Эти порталы будут содержать отдельные статистические данные, такие как учетная запись токенов, история взаимодействия со сверстниками, покупки приложений, просмотр рекламы, ну и так далее. Также это будут награды от TedChain. Он будет награждать игроков, которые являются образцовыми исполнителями в выбранных видах деятельности. Также это прозрачное и демократичное управление. TedChain разработал систему голосования для принятия решений и утверждения решений руководства и консалтинговой группой. Это даст участникам равные права и, очень важно, голос в управлении. Также развитие и организации внутренних процессов. Следующей особенностью является цифровая функция денежных средств. Мы подошли к разделу «Дорожная карта». Мы видим данный проект. Начался в марте 2017 года. Здесь можно заметить четко распланированный график. Также мы видим, что развитие проекта идет за планом. И команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также есть еще одна особенность, которую я еще не успела упомянуть. TedChain – это шифрование, которое будет использоваться для обеспечения безопасности и конфиденциальности. Мы видим здесь лидеров команды. Относительно команды можно сказать, что команда хорошая, слаженная, им помогают специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Также на сайте представлена техническая документация. Ее можно просмотреть и ознакомиться. Также мы можем увидеть продажи токенов.
Продажа будет осуществляться в несколько этапов. На каждом этапе будет существовать своя система бонусов. Но мы должны помнить, что ранние инвесторы всегда получают наивысшие бонусы. Также мы можем увидеть распределение токенов. Здесь надо отметить, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Также мы видим распределение средств. Мы видим, часть пойдет на развитие оборудования, развитие и создание игр. Также это будет маркетинг, команда и консультанты команды. Еще есть предоставлены документы. Также на сайте есть раздел «Часто задаваемые вопросы». Можете ознакомиться с ними. В самом низу нам предоставлены социальные сети. Предлагают нам стать подписчиками данного проекта, быть в курсе последних событий. Если посмотреть на все факты и изложенную информацию, мы понимаем, что у проекта уже имеются достаточно хорошие показатели работы, которые привлекают к нему все большее число участников. Его активные темпы роста обусловлены многочисленными достоинствами, которые ему присущи уже даже на самых ранних стадиях развития. На этом обзор нового ICO проекта TechChain закончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!